девочки, всем привет! Хочу показать вам, сколько вещей я купила. Ну, потратила, наверное, может быть, долларов 50. Шорты, байка, юбка, шорты, майка, платье, платье, шорты, шорты, куртка, майка, платье. Ну, еще тут пару вещей. Раз, два, три, четыре, пять. Они дублируются здесь, поэтому я их не показываю. Так. Давайте посмотрим шортики. Покажу. Вот это вот вообще цена их, наверное, 2,5 доллара. Очень классные шорты. Если есть еще у нас в наличии, Надюшка, давай мы ближе будем немножко показывать. Швы показывают это все. Это размер 170, 2,5 доллара. Где-то его цена внутри. Такая вот немножечко плотноватая ткань. Короче, круто ходить в этих шортиках и в школу, где-то на физкультуру, и дома, и вообще на улице погулять. Короче, я... Такая, так меня устроила эта цена, что я взяла аж две штуки. Две. Так, девочки, еще какая классная вообще баечка такая, да? Вот смотрите, это из коллекции нашей Куба. Я покажу по качеству. Она такая легенькая, она не очень плотная. Вот на такую прохладную погоду тоже я взяла сыну 5 долларов. Как-то так она стала. Я перевела в доллары, потому что, чтобы все понимали, сколько стоит. Это у нас распродажа нашей предыдущей коллекции детской Faberlic. У нас и берут и взрослые, и дети. И, короче, просто такие цены. Ну, очень крутые вещи, очень красивые. Так, далее, сейчас я вам буду быстро все просто показывать. Просто если что-то есть в наличии, вы возьмите. Ну, вот эту юбку я взяла, скажем так, себе. Рост 170, думаю, будет очень-очень хорошо мне ходить летом в ней. За 2 доллара, извините, я просто не могла ее себе не купить. Значит, здесь вот такие очень хорошо обработанные швы. Мне нравится джинсовая ткань, очень легко, если вы планируете ехать на... Далее, смотрите, вот из этой же коллекции это шортики. Классные шортики, трикотаж, вот здесь все такое аккуратненькое, рост 170, это я могу сказать, взяла тоже их себе. Вот, ходить дома, ходить на пляже, очень-очень даже замечательно, поэтому не бойтесь и берите большие размеры тоже, по таким ценам очень здорово. А, еще покажу, как я люблю вот эту вот кофточку, это просто классная кофточка, это моей дочки. Она такая вот интересная, с воланчиками и крест-накрест шлейки. Да, многие не обращают внимания на эту кофту, как бы думают, может быть, она не очень такая интересная, но она очень интересная, очень красивая, под джинсовые шорты или под юбку, ну вот просто очень круто. Вот такой на спинке крест-накрест шлейки и под ручками валаны на груди. Очень-очень класс. О чем я очень мечтала, это, конечно же, об этих платьях. Просто у них была такая цена, что я думаю... Может быть, мой ребенок быстро вырастет, купить, не купить. Но когда у них цена была по 5 долларов на распродаже Faberlic, я решила, что я буду их брать. Вот, классные такие вот прикольные платья с такими косичками. Здесь размерчик 128, я могу сказать, что он не маломерит, очень хорошо. Очень хороший такой рукавчик на резиночке. Здесь резиночка, так, очень все добротно, красиво. Ну, классное платье. Ну, не маленькое, 128, размер очень хороший, оно не маленькое. Вот. Я фанатка платьев, и моя дочка такая же фанатка платьев. И, наконец-то, я купила это платье, о котором я мечтала. Вот, тоже цена у него была, наверное, в 3-4 раза дороже. Сейчас оно стоит тоже в пределах 6 долларов. Очень классное, натуральный хлопок, очень хорошее. Здесь вот с такими вот рисуночками, ткань такая набитая. А здесь вот такой подклад, это очень хорошо, потому что если где-то ребеночек подпотел, оно нигде не будет видно, влагу вбирает нижний слой. В принципе, в нем жарко не бывает. Вот красивые такие крылышки, и сзади по спинке очень аккуратненький замочек. Вот, поэтому все очень удобно, очень красиво. Пожалуйста, все покупаем платье. Так, ну и что же мне выбрать? Что, не знаю, желтый или розовый, розовый или желтый. Короче, я решила выбрать двое. Одни я взяла для своей дочери 128, другие взяла 134, чтобы она и в этом году поносила, и в следующем году поносила. Очень классные шорты, они есть в наличии, пожалуйста, все их берите, с такими бриллиантами. Очень классно. Значит, смотрите, здесь есть резиночка. То есть вы можете закрепить, как вам надо, затянуть. Такой красивый окантовочка внутри. Ну, короче, девчонки это очень любят, им очень нравится. И мега крутой золотой замок. Вот, очень классный.
за $2.5 вот такие вот у нас на распродаже шорты. Ну и вот такие же желтые. Ну и когда... Ну, а раз у меня есть желтые шорты, к ним должна быть желтая куртка. Посмотрите, как это будет все круто и мега круто смотреться. Это классный такой бомбер. Я помню, в прошлом году купила его себе и хотела купить его своей дочери. И вы знаете что? Как сбываются мечты с Фаберликом, я очень рада и счастлива. Здесь хлопчата бумажная такая подложечка. Вообще супер-супер классненько. Это атлас. Рост здесь, я скажу, 134. Очень красиво, очень круто и очень стильно смотрится. С такими здесь мандаринами, летнее настроение, поэтому кармашки есть. Классный модный бомбер, очень-очень хороший. Сейчас я скажу, ну здесь не хлопчатая уже подложечка. Вот, ну, в принципе, на ручках оно и не важно. Короче, с Фаберликом точно сбываются все мечты. Я купила все вещи. Я просто обожаю эту майку. Она мне напоминает Таиланд. Это классные слоники. Вы посмотрите, какие здесь бисер. Там что-то вышито очень красиво пайетками. Очень классно. Эта маечка 134 рост. Вот, дочка моя носила такую в этом году, в прошлом году. И вот так мне жалко было, что не будет у нее этой майки. Вот, она у него есть, у нее. Но это еще не все. Посмотрите, что у меня еще есть. А рост здесь уже 164. Видите? Вы не думайте, я не сошла с ума, чтобы дочке покупать там до 30 лет одежду. Это я купила себе. И будем носить мы с ней вместе. Мама и дочка в одной одежде. Классно? Девочки, ну вот это... Это вообще моя мечта. Я очень хотела это платье. Я так его хотела, что просто не могла. Посмотрите, какой шелк, а нежный-нежный хлопок. Вообще потрясающе. Внутри еще есть очень нежный подклад из такой же ткани. Все такое красивое, приятное. А вот здесь, посмотрите, какая вышивка, набитый рисунок в цвет этого платья. Ну, очень круто. Очень классный сарафан. Размер его 128. Могу сказать, что он не маломерит. Он очень хороший, поэтому если ребенок среднего размера, он смело в это платье войдет. Цена этого платья на сегодняшний день где-то $6. Поэтому срочно бегите, покупайте, одевайтесь красиво, будьте стильными и модными. А Фаберлик сбывается все мечты.